Глава 76. Тот человек. Неужели не прошло то время, когда человек был безвестен? Мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим и зрячим. Мы повели его путем либо благодарным, либо неблагодарным. Мы приготовили для неверующих цепи, оковы и пламя. А благочестивые будут пить из чаши вино, смешанное с камфорой. Рабы Аллаха будут пить из источника, давая ему течь полноводными ручьями. Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается. Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на то, что она желанна и для них самих. Они говорят: «Мы кормим вас лишь ради лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности. Мы боимся от своего Господа того мрачного и томительного дня». Аллах защитит их от зла того дня и одарит их процветанием и радостью. А за то, что они проявили терпение, Он воздаст им райскими садами и шелками. Они будут лежать на ложах, прислонившись, и не увидят там ни солнца, ни стужи. Тени будут близки к ним, и плоды будут подчинены им полностью. Обходить их будут с сосудами из серебра и кубками из хрусталя. Хрусталя серебряного, соразмерных размеров. Поить их там будут из чаш вином, смешанным с имбирем. Из источника, названного салсабилем. Их будут обходить вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. Взглянув же, ты увидишь там благодать и великую власть. На них будут зеленые одеяния из атласа и парчи. Они будут украшены серебряными браслетами, а Господь их напоит их чистым напитком. Таково ваше воздаяние, и ваше усердие отблагодарено. Воистину, мы не спослали тебе Коран частями. Потерпи же до решения твоего Господа и не повинуйся грешникам и неверующим среди них. Поминай имя твоего Господа утром и перед закатом, а также ночью. Падай ниц пред ним и славь его долгой ночью. Воистину, эти любят жизнь ближнюю и оставляют позади себя тяжкий день. Мы создали их и укрепили их суставы. Но если мы пожелаем, то заменим их подобными им. Воистину, это есть назидание, и тот, кто желает, становится на путь к своему Господу. Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах, знающий, мудрый. Он вводит в свою милость, кого пожелает, а для беззаконников Он приготовил мучительные страдания.